Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. Снова с вами я, Игорь Шеститко, и у нас новая коробочка. И мы сегодня будем доставать из коробки то, что называется Microsoft Universal Foldable Keyboard. Вот такая вот она, новая раскладная мобильная клавиатура от Microsoft. Посмотрим, что она умеет. А умеет она очень интересные вещи. Вот тут вот на картиночках нарисовано. Ну, во-первых, она складная, как вы видите, состоит из двух половинок. Во-вторых, она водостойкая, то есть опрокинутый на нее кофе очень и очень легко смывается и чистится, и не наносит ущерба клавиатуре. И самое главное, она предназначена для одновременной работы, ну не одновременной, а с переключением работы с несколькими мобильными устройствами. Вот вы видите возможность переключения устройства 1 в устройство «Да», плюс до 3 часов работы, 3 месяцев работы от аккумуляторов. И сейчас посмотрим, что оно из себя представляет. Ну а перед тем, как начать, кстати, интересно, где оно тут открывается. Ух ты, ой, вы видели, круто, смотрите, это оказывается не все так просто. О, а перед тем, как начать, я хочу напомнить, что предыстория, до этого вы видели кучу моих обзоров, наверное, с применением того, что называется Microsoft Wedge Keyboard и Microsoft Wedge Mouse. А вот она, Wedge Keyboard, она тоже такая мобильная, легенькая. Ее прелесть состоит в том, что ее чехол, который выключает Bluetooth, автоматически достаточно тяжелый, является и подставкой для каких-либо устройств мобильных. Ну вот примерно вот так вот, собственно говоря, то, что нам сейчас и понадобится. Мы будем делать обзор с клавиатурой Microsoft Foldable Keyboard с применением Windows, с применением Android, iOS, увы, не получится, но в любом случае что-то да получится. Напомню, что клавиатура предназначена для Windows, для iPad, iPhone и Android. Соответственно, все поддерживается, все работает. Тут вот есть где-нибудь спецификация. Windows 8.8.1, Windows Phone 8.1 Update 2, Apple iOS 7.8 и также Android 4.4 и выше, собственно, вот такой вот вариант. Ну что ж, давайте распакуемся. Surface, кстати, здесь лежит, потому что скоро ему, вернее, уже год, я буду снимать обзор, так что скоро на канале увидите. Итого. Соответственно, у нас здесь сразу инструкция. Как вы видите, инструкция очень простая. Закрытая клавиатура выключена, открытая включена. Удерживая кнопочку включения, я так понимаю, вернее, номера устройства, мы выбираем, кого хотим подключить в течение 3 секунд. Соответственно, выбираем кнопочкой операционной системы, какой операционной системы, выполняем операцию подключения, и если у нас замигала красная лампочка, не забываем заряжаться. А сейчас мы посмотрим на то, что из себя представляет, собственно говоря, клавиатура. Вот такая вот она клавиатура. То есть сейчас она, по идее, должна включиться. По размерам она даже больше, чем Wedge Keyboard. Немножко, но больше, и это не может не радовать. Пусть вас не пугают кнопки, как они расположены. Это немецкая клавиатура. Раздобыл я ее на выставке IFA 2015. Обзоры, опять же, напомню, в описании к видео, в аннотациях. И тот же Wedge Keyboard есть, и все остальное. А что у нас также здесь? А здесь у нас ничего, да? А здесь у нас шнурок для зарядки без каких-либо блоков питания. Зато шнурок из такого тонкого провода с такими качественными разъемчиками и всем остальным. Прикольно. Ну и вот эта вот штука, это, я так понимаю, надо оторвать. И все, и пусто. Жаль, я думал, блок питания от Microsoft раздобуду какой-нибудь, чтобы подзаряжать в том числе и мобилки. И у нас здесь, опять же, Product Guide на русском языке ничего нет, есть английский. Important Safety and Safe Health Information. То есть инструкции по пользованию здесь не будет. Здесь расскажут, что могут вас ударить током, если неправильно, и тому подобное. А вот это гарантия. Гарантия, кстати, вроде как на 3 года. Ну вот и распаковали. Теперь осталось только начать работать.
как с этим начать работать? Очень просто. Давайте зайдем в настройки Windows 10 в данном случае, выберем девайсы и попробуем добавить Bluetooth-овские устройства. Сейчас, как вы видите, у меня Wedge Keyboard. Мой находит браслет Мишный. И здесь также, вы видите, находит и самсунговский телевизор, но это не мой. Итак, просили поддержать 3 секунды. Нажимаем 1, 2, 3. О, теперь нам нужно выбрать, видно не здесь, вот не видно, операционную систему Windows. И мы видим Universal Foldable Keyboard, Ready to Pair, Pair. И нам нужно набрать код 37 8063. Нажимаем Enter. Все, система подключилась, и как вы видите, работает очень и очень хорошо. Все сразу включилось. Очень радуют кнопочки, которые FN или CMD, да, для различных операционных систем. А, кстати, кнопок Function я что-то и не вижу. Либо это немецкие товарищи попрятали, либо, я так понимаю, вот это Escape, F1, F2. Хотя, да, наверное, это они есть. F2, F3, F4. Без них это управление, правильно, управление громкостью, вперед-назад, опция поиска, да, запускает Cortana. А, что еще? Ну и, в принципе, все. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, 5, да, все верно. Система нашла быстро. Работает отлично. Можно проверить путем использования документа. Английский язык. Давайте переключимся на русский. Русский. И напишем что-нибудь. Эть, надо привыкать. Всем. До... Да, тренироваться на доброго времени суток. Сука. Суток. Дорогие мои. Мои слушатели. Будет покороче. Ну, что сказать. Непривычно. Клавиши разных размеров чуть-чуть сбивают с мысли. Интересно, на самом-то деле, другое. Интересно, что я, например, использую также для работы на планшете вот такую разделенную клавиатуру. И вот Microsoft, скорее всего, пошел по тому же пути. Как вы видите, вот здесь одна часть, вот здесь другая часть обеспечивает, соответственно, такое вот подключение и такую работу. Так что становится понятно и привычно, ну и, соответственно, вот такое вот разделение. Плюс, опять же, сейчас мы проверим вторую часть марлезонского балета. Мы сейчас возьмем то, что называется Android. Это какой-то Chuvi V7 на интеловском новом процессор X3, который для совсем мобильных устройств. Я его поставлю здесь как-то рядышком и попробуем подключить его. Для этого, собственно говоря, что мы сделаем? Мы зайдем сюда, переключимся в устройство и, ага, Bluetooth включен. Давайте теперь поддержим. Раз, два, три. Вот, включился режим поиска. Выбираем это, и как бы тут запустить заново поиск устройств. Вот он что-то нашел, еще нашел, и вот у нас Universal Foldable Keyboard. И теперь набираем 20 16 33, нажимаем Enter. Попал, нет? О, попал. Мы видим, как происходит подключение. Подключено. Клавиатура у нас есть. И теперь мы можем также набирать на клавиатуре. Единственное, что... Ага. Ой. Это options были. Похоже, что не совсем так происходит переключение между клавиатурами.
Ну а как оно происходит? Странно. Почему не переключается русский? Способ ввода показать. Ну и Alt пробел, нет, Ctrl Shift, нет, Alt Shift, нет, Windows пробел, это была просто кнопка Home. Поиск, зачем же нам поиск? Да, осталось только разобраться, как будет работать клавиатура на русском языке и как аппаратно переключить клавиатуру. Это уже будет отдельная задача. Это для меня в том числе. Уже стало само... Это был Home. Это мне уже стало интересно, как эту клавиатуру аппаратную заставить работать с русским. Ну и самое главное, теперь у нас есть две кнопки, да. Одна кнопка на Windows 10, вот вы видели, я ее нажал и набираю, как вы видите, работает без всяких проблем. Нажимаю вторую кнопку. Не? Ага, вот она. Нажимаю вторую кнопку, и Bluetooth переключается на данную. Нажимаю первую кнопку, снова работаем с той самой правильной клавиатурой. Нажали сюда, и опять пошел ввод. Ну и интересно было бы переключить на еще одно Windows-устройство. Напомню, что у меня телефон под управлением Windows 10, а телефоны под управлением Windows 10 отлично справляются с работой с клавиатурами, поэтому сейчас мы поддержим вот эту кнопку. Раз, два, три, загорелась кнопочка, выбираем Windows, заходим в настройки, в настройках находим устройство, Bluetooth, включаем Bluetooth-ик, Bluetooth-ика нет, это другой Bluetooth-ик, и вот он, наша клавиатура. Происходит пейринг. Ну? И где? Неужели нет? Неужели Windows 10 обломает меня? Ждем. До первой звезды нельзя. Здесь ничего нет. Где же запрос на набор клавиатуры? Обломчик. Называется Обломинго. Давайте попробуем еще раз. Включаем. Раз, два, три. И нифига. Выключаем, закрываем, считаем до 10, по идее она должна была уже выключиться, и включаем еще раз. Раз, два, три, четыре. Включаем данную клавиатуру, выбираем, что это Windows 10. Не, ну никак не хочет подключаться. О, connected. А ты? Вот что ты сделала для того, чтобы мы тебя могли использовать? Ничего, переключимся на первую точку. Заработала нормально. Переключимся на вторую точку, и Windows 10 фон висит с запросом к этой клавиатуре. Ну что ж, печально, но будем что-то, как говорится, решать. Такие вот делишки.
Я думаю, вам, собственно говоря, сама клавиатура понравилась и подход понравился. По крайней мере, между Windows 10 и Android она переключалась отлично. Сама по себе весит где-то 150 грамм. Здесь, как вы видите, разъем для зарядки. Больше никаких кнопочек здесь нет. Легенькая, плоскенькая. Если сравнивать с 7-дюймовым планшетом, то вот она как раз примерно под его же размер. Такая вот шершавенькая, с красивой надписью Microsoft. Интересно, быстро ли она сотрется. Ну и, скорее всего, она заменит мне мою... она еще и на магнитиках, слушайте. Ух ты. Она заменит мне мою Wedge Keyboard, которая достаточно большая. С другой стороны, здесь есть подставка. Ну, будем посмотреть. Открыли. Работает. Включили. Работает? Нет, не работает. А вот так вот. Продолжает работать. Подключение мгновенное. Ну что ж. Вот такая вот она, Universal Foldable Keyboard, со всеми фичами. Напомню, что она может поливаться слегка водой, то есть защищена от влаги. А у нее есть два переключателя для работы с двумя разными устройствами. Работает до 3 месяцев на одной батарейке, на одной заряде. Так что включается просто складыванием, раскладыванием, легенькая. Так что посмотрим. В ближайшее время смотрите результаты тестирования, результаты обзора. Ну и, собственно говоря, хочу напомнить, что в описаниях к видео, в всплывающих аннотациях к видео есть масса различных других линков на другие обзоры клавиатур того же планшета Windows 10, того же Chewy на Android с Intel. Ну и в ближайшее время смотрите обзор после годичной эксплуатации Microsoft Surface Pro 3. А с вами был я, Игорь Шеститко. Всего хорошего. Увидимся. Счастливо. Пока.